Итак, ставим опору пальцем, движемся вправо и вправо, назад, 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 прямо совсем направо. Снова вправо, плие, левая нога, еще раз, и вправо, назад, вправо, левая ножка, идем влево, влево, назад, влево, правая нога, переносим вес на правую, на левую, встаем, и шаг влево. Левая нога свободна. Также переносим вес на левую, на правую, вверх, шаг вправо, назад, опустить. Еще раз, вправо и вправо, назад, вправо, ножка выше. И влево, назад, влево, ножка выше. Вперед, назад, встать, шаг влево, нога свободная, вперед, назад, встать, шаг вправо, опустить. Еще раз чуть побыстрее. И вправо, назад, вправо, ножка, нет, еще раз, ноги чередуются. И вправо, назад, вправо, ножка выше, влево, назад, влево, вправо, на правую, на левую, встали, шаг влево, на левую, на правую, встали, шаг вправо, опустились. Перенеси вес. Да, ты ногу ставишь, ты сходил под уже, поставил ногу, ты не знаешь, какая следующая. А если ты сделаешь вот так, сразу знаешь, на какую тебе идти. Если поставил ему носок, даже если вот так, ты знаешь, что тебе на левую. А если она вот так у тебя стоит или вот так, ты не знаешь, на какую. Еще раз первая линия шла назад. Еще раз то же самое. И вправо, назад. Вправо, ножка выше. Влево, назад. Влево, ножка выше. Вперед, назад. Встали, шаг влево, вперед, назад, встали, шаг вправо.